Нет худа без добра, пандемии без нового таланта. Так нашел свое увлечение в сложном 2020-м Владислав Иванович. Коммерческий директор, инженер-механик, вдохновившись картинами Сергея Андреяки, на 83-м году жизни он сам потянулся к изобразительному искусству. Пачка школьной акварели и взмах искусственной кисточки. И вот уже в ДК Подмосковья персональная выставка художника Бочарова. Это такое чудо, что я всем об этом рассказываю, что в этом возрасте можно начать творить. Кстати, для меня это тоже послужило толчком, и я пошла на курсы рисования. Я тоже хочу рисовать. Выставка удивительная совершенно. Здесь представлено 85 работ. Это прекрасная акварель, душевная, искренняя, тонкая. Это и цветы, и пейзажи, натюрморты. А те рисунки, которые сделаны тушью и пером, в основном памятники архитектуры, они просто потрясающие. К архитектуре у Владислава Бочарова особое отношение. Старинные храмы – это его страсть. В масштабе 1:50 из дерева, шпоны и фольги он воссоздает зодчество, которое редко встретишь в центре страны, но еще сохранившееся на севере. Так появились в коллекции Вознесенская церковь из Кушерики и Успенская из села Неласская. Каждый, значит, элемент этого храма, он все сделан моими руками. То есть я хожу, это самое полезное, собираю веточки, из этих веточек делаю бревнышки. Вот. И я хочу, чтобы эти храмы, они именно вот были похожи на настоящую работу настоящего мастера. Каменные храмы тоже хороши, но они не греют. А деревянные храмы, которые созданы руками мастера, он греет. И вот меня вот тянуло на такие храмы. Даже в интернете находил, которые уже вообще их нет. Резьба по дереву – еще одно направление, за которое решительно взялся Владислав Иванович. Глаза не боятся и руки делают. Оценить грани его творчества можно в галерее ДК Подмосковья до 24 октября. Выставочный зал открыт со среды по воскресенье.